Ребят, всем привет! Привет! Сегодня мы с вами посетим рынок цветов. Давно не могли с Катей собраться на этот рынок, на это место. И сегодня подходящий момент. Нам нужно приобрести цветы. Сегодня мы идем на день рождения к нашим друзьям, к нашей подруге, да? У Ани день рождения сегодня. И у Лены сегодня день рождения. Но отмечать Ленин день рождения будем завтра. И мы сегодня хотим купить цветы и для Ани, и для Лены. И поэтому мы направились на рынок цветов. Посмотрите, какая заготовочка ждет своего клиента. Все, ребята, мы приехали. Вот он, рынок цветов. Хорошо, что он находится недалеко от метростанции. Станция называется Дзякоу. Адрес обязательно оставим в описании. И мы заходим на рынок. О, смотри, здесь искусственная. Хочешь поинтересоваться? Мы с тобой вчера вот такую хлопковую ветку видели. Нихао. Сколько дошел тебе? Пахнет, да? Химией какой-то, да? Чувствуешь? Зашли сюда, ребят. Сухой травой пахнет. Да, может быть, сухой травой, краской пахнет. Вот такое. Ну, в общем, смотрите, ребята, очень много всяких коробочек. И это, я понимаю, искусственные цветы. Сколько дошел тебе? Ибойдем. Ага, все. Ага, тут он, смотрю, сидят, заготавливают. А здесь они фотографируют свой товар и выставляют его где-нибудь в интернет-магазине. Здесь у них стоит сушильный шкаф на выходе, потому что в Гуанчжоу очень влажно. И, видимо, иногда приходится подсушивать это все. Ребят, в общем, зашли мы в отдел ВАЗ и просто ходим тут, глазеем. Мы вчера просто были в магазине Zara, Zara Home, да? Угу. И, ну, выбирали, в общем, вазу. И уже какие-то цены в голове есть. И вот, в общем, сюда зашли. Так, вот нам понравилось, смотри. Мне понравилась вот эта вот красивая вазочка. Прям такая серенькая, с переливом. Она стоит 322. А мне вот это очень понравилось. Ага, покажи. 387 юаней. Ну, вот они. 435. Так, еще с переливом мне понравились вот эти вот вазы. Вот, особенно вот эта высокая. Сколько она стоит, Кать? 258 юаней. Очень красивые вазы и цены, конечно, вообще очень недорогие. Ну, по сравнению с Зарой, да? Да. Ну, такие стильные. А совсем простые вазочки можно за 30 юаней купить. Угу. Вот эту вазу не узнаешь? В Заре мы видели. Точно такая. Мне еще, знаешь, что понравилось? Тоже. Вот это понравилось, ваза. Да, очень, смотри, всего 165 юаней стоит. Очень на стиле прям выглядит. 200 юаней. Ну, тоже красивые, да, такие. В общем, можно приобрести здесь цветы, поставить какую-нибудь красивую вазочку. Можно искусственные цветы поставить. Я посмотрел, искусственные цветы очень шикарно выглядят. Вот смотрите, какая красивая. Необычная. 361. А здесь такие более простые, более обычные вазы. Ага. Вообще стоят вот 15 юаней, 20, 30 юаней. Ага. Вот такие. Вот, мне вот это еще нравится. 315 стоит. Угу. Такая ваза. Ага. Ладно, пойдемте, мы за цветами пришли. Сесе, бай-бай. А вот смотри, ленты. Километры лент. Ага, делать, ребят, просто одни ленты. Шли, шли и набрели на живые цветы. Это очень популярная эта тема. Высаживают и продают. Ага. Дошел цен, Иго. Сука. 15 юаней все стоит. Ага, сесе. 160 юаней. Вот такой вот здоровяк. У всех обед только что был, моют посуду. А это служба доставки. Сразу же доставляет посылки на место работы. В общем, мы забрели в место горшечных цветов. И сейчас... там просто километры, мы сразу на выход пошли. Да, сейчас, в общем, наша задача найти просто цветы. Не могли пройти это мимо. Здесь искусственные цветы просто шикарные. Красивые. Вот это мне прям кажется настоящие. Сколько дошел от тебя? 20. Вот эти, да, красивые, да, издалека так прям похоже. Mm-hmm. Здесь они что-то подготавливают. В общем, красота, да? Mm-hmm. Красиво. Запаха вообще никакого нету. Вообще просто. Сесе, бай-бай. Вау, посмотри. Дальше. Я больше чем уверен, что нужно приходить сюда, ребята, утром, обязательно утром. Утром здесь просто вообще творится немыслимые вещи. Но у нас было занятие. С утра. 50. 50, 20 штук. 12 штук, 35 юаней. О, пахнет какой-то полынью или чем. И здесь прохладненько. Здесь живые цветы. Короче, 10 штук стоит 45 юаней, правильно? Да, да, да. Можешь открыть бутон показать? Вот так, да, он выглядит? Да, примерно вот так.
Вот он чисто-чисто белый, посмотри какой. Ну не знаю, я что-то не могу, ой, какой красивый, да, беленький. Ага, как шарик, белый шарик. А, ребят, смотрите, веточки любого цвета, они, мне кажется, крашеные, Катя, или нет? Крашеные, или это конечно, крашеные. Крашеные, да? Да. А, по 20 юаней. Да, вот, ну, вот такой вот, как букет. Упаковочка такая, да. Я вот сюда смотрю на них, они как будто как не настоящие, как пластмассовые. Но хотя они настоящие, смотрите, вот здесь даже вода он прицеплена. 60 юаней стоит упаковочка роз. Вот эти очень ой, красивые. Ой, красиво. А цена? Ой, ой, вот эти мне нравятся. Да, и вот эти, посмотри, какие мраморные. 50 стоит. 60 вот эти вот, короче, побольше. Бутон. Короче, я заметил, чем больше бутон, тем дороже. А посмотри, кустовая какая красивая. Посмотри, мраморная. Ой, как они так делают, а? Такое ощущение, что их красят как будто бы. 80, она дороже стоит. Да, смотри. Она очень дорого, потому что красивая. Фу, блин, мухи сидят, тут замерзли, блин. Смотри, какая роза серая, как будто мертвая. Посмотри, ну это явно крашеная. И это вот тоже, это сколько тоже. Стоит? 60. 60, ну это тоже крашеная, 60. Угу. Вот бутоны, смотри, какие. Одна штучка стоит 6. И галюка. Да, да, Катя, одна штучка. 6 юаней одна штучка. Окей, сесси. Вот такая упаковочка лилий 30 юаней стоит. Очень большой букет получится. Ага. Ну, это все дело расцветет, естественно. Будут вот такие бутоны. Зашли в отдел поменьше. Здесь выбор не так велик, как в том. И сейчас поинтересуемся, сколько стоит. Вот эти нам очень понравились. Ага, лоба. Как вы дошли отсюда? Паршиба. 28 юаней, пожалуйста. Может, возьмем? Ну, возьми его в руки, как он вообще достойно в руках держится. Конечно, достойно, посмотри, какой. Много, да? Да, и очень красивый. Все, я теперь знаю, где цветы жене брать. За 50 можно такой букет еще собрать, да? Смотри, за 28 сколько цветов. Шикарно, а? Вообще. Орхидеи. Так, сколько здесь штук? 10? 12 штук. Как пахнут пионы. Да, здесь очень приятно пахнет. Тебе дождь оттен. Тебе асука. О, смотри, какой жирный. Ой, костяр. Да, какой большой. Для Гуанчжоу это вообще просто редкость какая-то. Ага. Кошка такая большая. Мне не нравится, знаешь, почему эти цветы, что они какие-то зеленые, прям как капуста. Ну, а вот это капуста. Ну, это мне не нравится тоже, не очень. Те посимпатичнее. Ребят, смотрите, какой-то завоз новый. Прям много. Шипайма. 18 штук стоит 10 юаней. Маленький-маленький розочкой. Прям видно новый, прям привоз свежий. Смотрите, сколько много. Вот они такие колючие. Я взяла в руку, я так укололась вообще. Ну вот смотри, ну вот посчитай, вот сколько можно взять. 100 штук, если взять. 100 штук, это 5,5 упаковок получается, да? Умножить на... 55 юаней будет букет 100 штук стоить. Большой же будет, согласись? Да. Вот это круто. Берем? 200 штук. 200 штук. Ребят, в общем, мы решились. Мы покупаем 200 роз, почти 12 упаковок. Вот, у этой девочки привоз свежий, прям видно, вот прям подвозят. И люди прямо, смотрю, на эти розочки накинулись, прям расхватывают. И вон они подвозят. Откуда-то оттуда подвозят. И мы еще спросили, можно здесь красиво упаковать. Здесь есть упаковочные магазины, но они не каждый упаковывает. Мы, короче, у девочки спросили, она нам помогла, подсказала, где упаковывают. Где-то там, говорит, упаковывают. Сейчас пойдем. Два букета оформим красиво. Лене и Ане. 120 юаней, ребята, будет стоить 200 роз. 240, точнее, роз. 240. У нас еще остается, да, получается? А, круто вообще. И мне нравится, посмотрите, какая роза. Она просто шикарно выглядит, она прям молоденькая. Вот эта маленько потрепанная, потому что упаковка, видимо, слетела. Миллион алых роз. Какая красота. А, как тяжело, блин. 200 штук. Это 200 штук. Так, наша задача сейчас найти упаковку красивую. И... Ну, всем интересно, сколько будет стоить 100 роз в Гуанчжоу с упаковкой. Сейчас посмотрим. Ну вот, ребята, можете наблюдать, обед кончился, да, время сейчас 20:03. И народ, посмотрите, повылазил.
и катят новые партии цветов. Сейчас будет, видимо, как вечерняя распродажа, скорее всего, выставляют свой товар. А мы, ребята, упаковываем цветы, нашли вот такое дело. И за 100 юаней нам оформят 2 букета. И хотелось бы все-таки отметить, как они, ну, обращаются с цветами. Я не знаю, у нас в России так не обращаются с цветами. То есть они берут вот эти штуки, полностью снимают все листья. Мы тут пытались с ними на ломаном китайском по-английски пытались объяснить, что типа вот оставьте листочки. Она говорит, нет, их надо убрать, говорит. Оставляет буквально чуть-чуть вверху, сшибает все шипы. И такой букет, мне кажется, долго не простоит. Мне кажется, долго не будет стоять. Да, ну в общем, смотрите, они наши цветы сейчас обрабатывают. Взялись вдвоем. Она тоже обрабатывает, убирает она листья. Она побольше, кстати, листьев поставляет. Ага. И сейчас они нам, в общем, все оформят. Бумагу мы уже упаковочную выбрали. И самое, что вот интересное в этом во всем, упаковка будет стоить столько же, сколько сами розы. Почти, да, столько же. Короче, вот такая тема. Что вы думаете по этому поводу? Правильно они делают, неправильно? Катя говорит, что неправильно. У меня нет какого-то понятия в этом цветочном деле. Но мне кажется тоже, что вот это вот обрабатывание вот таким способом, цветы долго не простоят. Посмотри, как она снимает стебель. Посмотри, стебель вообще весь ранится. Мы не будем спорить, как бы они так делают. И я посмотрел, не только здесь так обрабатывают. Я уже не впервые обрабатывал, ну, в смысле, оформлял букеты, да, и... Мне понравилось, первый раз, когда я пошел оформлять Кате тебе букет, я купил тоже розочки красивые, но не так дешево, как здесь, вот, и, ну, подал ей, в общем, бумагу выбрал, все, упаковку, бант там все повыбирал, и она, в общем, оформляет цветы эти, жулькает, листья отрывает, я такой, а, что-то не так происходит, ну, необычное что-то происходит, не так, как у нас в России, и в итоге она оформила мне, побрызгала духами, вот, обратите внимание, духами побрызгала, взяла какую-то воду, обрызгала полностью букет и еще каким-то, типа, как лаком, что ли, брызнула, чтобы они блестели. В общем, от цветов ничего не осталось. Получается, грубо говоря, купил какие-то искусственные цветы. Вот по поводу букетов очень много странностей. Мне кажется... Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Мне интересно будет почитать. Декоративные подсолнухи, смотрите, везут. Маленький 30, большие, наверное, подороже. И Катя сейчас картину наблюдала, говорит, еще цветы, говорит, более-менее, говорит, нормально, их просто взяли лопатой, говорит, швырнули, все, уже не камильфо. Вон, смотрите. Ребят, зашел тоже в искусственный отдел, получается, здесь такие вот, такая вот красота, посмотрите. Ага. 2800 стоит вот это дерево искусственное. Ветки прикручены на саморезы, посмотрите. И искусственные цветочки приделали. Очень шикарно смотрится, издалека просто не отличить. Так, она нам считает 101 розу. И вот эти вот штучки сняли они, смотрите. Ну, вот примерно вот так розы выглядят, смотрите. Это красиво. Ребята, у нас сейчас произошла неприятная ситуация. В общем, мы пришли в первый вот этот отдел. Они нам огласили сумму 50 юаней на каждый букет, что показалось, в принципе, дороговато, что ли. Ну, дороже, чем розы сами, да? Ну, в общем, неважно, мы согласились. Они начали упаковывать и начали уже оформлять один букет. И цена выросла на 100 юаней. То есть, грубо говоря, за 200 юаней они были готовы упаковать 2 букета. Мы были возмущены, потому что в процессе цена поменялась. Вот. Позвали вот эту вот девушку. И она говорит, в общем, по-английски. Она нам маленько там перевела, помогла объяснить. Заказ передали вот этой девочке. Она решилась упаковать нам за 140. В общем, конечную стоимость скажем, сколько выйдет. Thank you.
привез товар, сдает товар. Смотрю, сразу же налетели. Спрашиваю, сколько стоит. Ну все, ребята, на этом выпуск хотим закончить. У нас получились такие два шикарных букета. Бежим, спешим поздравить наших друзей. Что я хотел бы сказать про рынок? Очень большой выбор. И цены очень радуют. Удивительно, но упаковка почему-то дороже, обработка именно цветов. Да, дороже, чем цветы, сами цветы. Нам обошли 120, упаковка 140. Но все равно 260 юаней за два такие шикарные букета по 100 роз. Я считаю, это недорого. Все, я думаю, что поход по цветочному рынку удался. Мы вам показали, показали цены. И на этом закончим, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока. Как вам? Нравится? Дайте. Ника так вообще-то какая красота, говорит. Вкусно пахнет? Да. Хочешь только раз? Да.